сегодня ветер и мороз, сейчас градусов 14. Пришлось немного после того, как вышли из метро, поплутать по городским улицам, но сейчас мы попали в такой оазис леса. Хочется укрыться немного от ветра и хочется оказаться в лесу. Привет, привет! Сегодня у нас большущий пробег. Очень здорово. Такая отличная, позитивная картинка здесь. Казалось бы, в пределах кольцевой такой классный оазис. Еще сегодня свет от солнца. И птицы. Птицы поют, несмотря на то, что мороз. Да, такой симпатичный лесок был, но маленький. И нам все-таки надо спускаться на землю. Не знаю, попробовать сбежать с этой горы. Но если завалюсь, страшно. Ладно, пробуем. Есть. Бежать приходится вдоль трассы. Ну, немного шумят машины, но, в общем, их мало. Ну и, конечно, мой шарфик-бафик спасает. Ветер здесь на открытой площади просто убийственный. Ну, а бежим мы вот там вдали. Вдали виднеются это уже кварталы другого района города. Смотри, куда нас вывела дорога. Ну, какая-то просто невероятно лубочного типа красивая церквушка. Правда? Все, прибыли мы. Совершенно неожиданная точка. Давно я готовился, что мы здесь окажемся. Завершился и второй район, по которому мы бежали. Ну, а впереди... Вот здесь и деревья, это железнодорожная линия. Высмотрел я на картах Гугла, что здесь железнодорожную линию можно пересечь и попасть в третий район нашего пробега. Все, поезд умчался. Нам можно перебегать туда. Чудесно. Ну и что ты думаешь? У нас сегодня в пути вторая церковь. Это уже каменная, более-менее стандартная. Ну что тебе сказать? Мы в пути уже 1:45. Как-то время летит быстрее. Наверное, ветер морозный подгоняет и заставляет быстрее двигаться. Во всяком случае, осталось, ну, не больше 7 километров нам до финиша. Затяжной, огромный подъем не дает замерзнуть. Одновременно и жарко. И холодно, и сопливый платок в кармане замерз, пользоваться им уже невозможно. Последние километры идут
вдоль шумных улиц. Ну хорошо, пространство открыто, навалом воздуха все продувается сильно. И это здорово. Все, полумарафон сегодняшний удался. Бежали по новому совершенно необычному маршруту через три района города. Заняло это все 2,5 часа со съемкой вместе. Обалденные ощущения и последний большой пробег зимы оказался просто невероятно интересным и удивительным. А на сегодня все. Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока.